Если у вас есть проблема с затекшей шеей или стрельнула в поясницу, я думаю, многие знают такую фразу, или ломота в кистях, ломота в суставах, это все показания для того, чтобы применять роликовый массажер. Слушай, здорово, вот прям вот такое ощущение, как будто мне сзади профессиональный массажист сейчас делает массаж профессиональный. А давайте взглянем на экран. Что же у нас, какие причины для того, чтобы приобрести этот массажер? Вращающие ролики быстро снимают напряжение и усталость. Прибор имеет обширнейшую зону воздействия. Это практически все тело. Здесь есть функция инфракрасного прогрева, который в несколько раз усиливает эффект массажера. Уникальная форма массажера для тела позволит использовать его не только как массажную подушку, но и для всего тела. Можно самим регулировать вращение роликов, и прибор идеально подходит всем членам семьи. И еще я вам скажу больше, его можно брать с собой в дорогу, потому что есть специальное устройство, которое позволяет подключить в прикуриватель, и ваша дорога, и ваша поездка станет наслаждением. Ух ты, всего правда. Несколько минут массажа, и вы снова в форме, и вы чувствуете себя прекрасно. Итак, давайте разбираться, какие же зоны мы будем обхватывать при помощи роликового массажера. Здесь у нас работают и ролики, и включена функция инфракрасного прогрева. Чем она хороша? Так. Когда у нас боль, что мы делаем? Греем. Мы нацепляем, прилепляем вот этот перцовый пластырь, который дает нам облегчение, ну и который дает колоссальное жжение. Угу. Здесь такого дискомфорта не будет, только приятное ощущение. Здесь идет и вибрационный массаж роликовый, и приятный прогрев. Сразу вы снимаете спазм с затекшей шеи и еще снимаете боль, что самое важное. Его очень легко включать и выключить. Смотрите, вот они кнопочки, попрошу поближе показать. Вот так, вот так, одним движением я выключаю, опять я включаю. Вот эта кнопочка позволяет мне включить инфракрасный прогрев или его выключить. И последняя кнопка, вот сейчас остановлю, она меняет вращение роликов в обратную сторону, чтобы более комфортно, более эффективно делать именно профессиональный массаж. Ой, слушай, здорово. А я включила такую функцию, он у меня автоматически меняет направление. Сначала крутит в одну сторону, да, а потом в другую. Мне очень нравится, знаешь, один курс массажа стоит 10 тысяч рублей. То есть это примерно 10 массажей за 1000 рублей за один массаж. Представляете, сколько мы экономим сегодня? Вы этот аппарат, этот массажер вы получаете навсегда для себя. Вы можете сегодня смотреть свой любимый сериал и наслаждаться. 1800 рублей вы экономите, сделав заказ прямо сейчас по бесплатному телефону. Мы не останавливаемся только на шее, мы не останавливаемся на пояснице, мы и посмотрите, действуем еще на зону живота. Так. Что это дает? Это, во-первых, помогает нам, нашим мышцам живота восстановиться, сделать их более упругими. Но, внимание, сейчас у кого проблемы с запорами, это помогает улучшить работу перистальтики. Ух ты. Поэтому заказывайте, если у вас есть проблемы с кишечником. Давайте посмотрим на экран, какие же зоны применения массажера. Это массаж, конечно, шеи и плеч. Мы снимаем синдром затекшей шеи. Вам стрельнуло, кольнуло в область поясницы. Массаж спины, пожалуйста. Массаж поясницы, пожалуйста. Вот такой уникальный и очень полезный массаж кистей, о которых мы сегодня будем обязательно говорить. Он снимает туннельный синдром. Массаж бедер, массаж икр позволяет справиться с накопившейся усталостью. Ну и, конечно же, убираем лишний животик, который у нас скапливается в этой зоне, да, жировые отложения. И если у вас есть проблемы с запорами, если у вас перистальтика спит, заказывайте этот набор, и вы поможете тоже при этом приборить себе. Вот, Свет, по сути дела, мы получаем компактный роликовый массажер для тела. 9 в одном получается. Представляете, многофункциональный, универсальный.
А как приятно передать сложно. 4999 рублей. Вы платите один раз сегодня и получаете настоящего друга и помощника в свою большую семью. Посмотрите, легко пользоваться и приятно, конечно. 1800 рублей сэкономите. Тем более, Свет, оплата происходит только при получении на вашей ближайшей почте. В тот день, когда вы придете и заберете роликовый массажер от бренда прямо уже у себя на почте. Да. А мы давайте продолжим наши процедуры массажа. Мы поговорили у вас на шее, мы поговорили о пояснице, мы поговорили, что этот массажер можно использовать в зону ягодиц. Вот он у нас, массаж на животе. Еще раз напоминаю, что мы делаем. Мы укрепляем мышцы нашего живота, и что самое важное, мы усиливаем работу перистальтики, мы устраняем запоры. Ларисочка, можно я вас попрошу немного отстегнуть и поднять массажер чуть повыше, вот в эту вот грудную клетку, и вот так отстраниться немного. Для чего я это делаю? Когда вы заболеваете, когда у вас бронхит, когда у вас трахеит, проведите вот этот массаж. У вас начнет хорошо идти процесс отхаркивания, то есть ваши бронхи очень хорошо освобождаются от той застоявшейся мокроты. Угу. Посмотрите, как это равномерно все здесь делается. Здесь делается профессионально, как будто вы пришли к массажисту, и он вам делает лечебный массаж грудной клетки. Это очень полезный массаж, плюс не забываем, что у нас здесь есть функция инфракрасного прогрева, который помогает еще и убрать, знаете, вот боль бывает, да, когда кашляешь, жуткая вообще боль вот здесь. Итак, давайте посмотрим, это и грудная клетка, когда вы болеете, мы усиливаем, усиливаем облегчение, у нас идет улучшение отхаркивания, у нас идет снятие вот этого спазма и боли в грудной клетке. Также мы переходим на животик, что это нам дает? Это улучшение перистальтики. Тот, кто страдает запорами и хочет улучшить работу перистальтики, это прямое показание. Давайте на животик мы убираем и покажем, как он хорошо воздействует. Ларис, можно я спрашиваю, что вы чувствуете, есть ли какой-то дискомфорт? Ларисочка. Живот? Да. Отлично. Отлично. Просто. Самое главное, что внутренние органы, прям я как чувствую все, выворачивает там, и очень комфортно. Мне нравится. А обратите внимание, вот оператора, можно прям вот поближе показать? Посмотрите, вот они, эти такие небольшие покраснения, кожа стала розовая, то есть это прекрасная пальпация, прекрасное вот такое пальпирование идет. То есть, чтобы вот таким образом не тереть эту грудь, да, когда мы болеем, мы используем массаж. Дальше, это еще не все. Пожалуйста, давайте положим кисти, да, вот сюда. И поговорим с вами о туннельном синдроме, который бывает, когда у вас немеют пальцы, когда у вас болевые ощущения. Вот при помощи такого массажа мы устраняем боль, мы устраняем спазм, мы делаем профилактику артрита и убираем туннельный синдром. Слушай, потрясающе, сколько функций в одном компактном роликовом массажере. Это бренд Жизатон. Представляете, это французский бренд. Этот бренд производит Дерсан Валь, наш с вами любимый. Вы сегодня получаете этот массажер со скидкой 1800. 5 видов массажа вы получаете прямо у себя на дому. Профессиональное решение для вашего здоровья. Годы прослужит вам этот массажер от французской фирмы. У вас есть, кстати, гарантия от производителя целый год. И 2 недели от телеканала Shop & Show на обмен и возврат.